привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 25 февраля. То есть посевы только начались, и вместе с началом посева сразу стали поступать сообщения о заболеваниях и чаще всего о черной ножке. Вот сегодняшнее вот это видео я специально снимаю после вопроса, ну, чтобы ответить. Вот написала Ольга Бирих, извиняюсь, если неправильно фамилия. Рассада заболела черной ножкой. Можно ли спасти или сеять заново? Вот этот вопрос мучает не только начинающих огородников, но и более опытных. Если все-таки вы увидели заболевание черной ножку, что все-таки делать? Быстро-быстро сеять снова или пытаться спасти это? Ну вот именно этот лоток, эту партию. Я скажу сразу, что именно те растения, которые уже заболели, на которых есть черная ножка, вот эта черная перемычка, их спасти уже невозможно вместе с корневой системой. Но потом там я вам вот совет одной зрительницы расскажу, как можно обрезать и спасти. Но эти растения уже придется выбросить. И если у вас есть возможность, если у вас позволяют все-таки сроки, то лучше посеять дополнительную партию, запасную. Потому что сколько вы спасете из этого лотка, например, неизвестно, как у вас удачно пройдут вот эти меры лечебные или нет. Так что лучше, чтобы все-таки была замена. Но, может быть, какую-то часть вы спасете. Я сейчас вам расскажу, как люди борются, что делают. Вот сразу оговорюсь, что у меня черной ножки нет, мне и показать вам нечего. И рассказывать я буду только вот так на словах, теоретически. На томатах черной ножки не было вообще, ну не помню уже сколько лет. На перце было года два назад, но я вот в самой-самой ранней стадии увидела две перчинки, два сеянца. Они вот начали вот так клониться, она же обычно как истончается, и они падают. Они только начали клониться, я приняла сразу экстренные меры. Я расскажу, что делаю я в таких случаях, и что советуют другие люди, там другие источники. Я сторонница того, что вот, во-первых, нужно делать каждый день медосмотр растениям, тогда вы не упустите, и не произойдет такого, что вы заглянули, а у вас уже половина лотка лежит. Бывает и такое, вот за два, за три дня, если не смотреть посевы, и если там был маленький один очаг, она расползается по всему лотку, и вы получите иногда половину лотка нет. Поэтому нужно смотреть свои посевы каждый день, заглядывать именно вот вниз, вот где вот эта корневая зона, смотреть именно туда тоже, а не только любоваться листиками, какие они красивые. Бывают такие красивые листики, а внизу у нас уже вида, а мы туда не заглядываем. Вы, наверное, видели мою фотографию, где я прям на уровне земли вот так вот все просматриваю. Медосмотр обязателен. Ну и вот, если вы не прокараулите, вот я сторонница сразу быстрой пикировки. Я тут раз увидела два сеянца перца. Они вот только были в начальной стадии, они даже еще, по-моему, не упали. Я сразу же выгребаю их все, делаю пикировку в свежий грунт, в другой лоток, с промыванием, с выбраковкой. То есть, когда я выбрала вот эти все перцы, отряхнула их от земли, ополоснула и посмотрела, то не только эти два сеянца, а еще несколько штук были в самой-самой начальной стадии. Вот там чуть-чуть почернение было на стволике. Эти растения я тоже выбросила, потому что спасать их бесполезно. Если там что-то началось, их проще выбросить и заменить. Поэтому я сею всегда больше. И вот, если вы увидели черную ножку, ну их несколько, хоть это томаты, хоть это перцы, если вы увидели рано, то лучше всего провести пикировку, с дезинфекцией всей вот этой корневой системы. То есть вы прям все прополощите, все корни, вот когда они чистенькие, беленькие, посадите в свежую землю. Обычно этого достаточно. И все остальные, которые не успели погибнуть, они у вас будут жить. Так, если вы также не очень поздно, если еще много там сходов, ну большинство, есть народные средства. Вот бывает, что нет никаких, не протравить ничем не можете, ничего. Есть народные средства, но они все более слабые, чем вот эти фунгициды. Некоторые толкут уголь, вот этот вот древесный уголь черный, смешивают с золой и вот этим раствором просто посыпают грунт, как бы чтобы прижечь вот эти все патогенную микрофлору.
Но в этом случае тоже, тут обязательно нужен второй посев, потому что что-то выживет, что-то не выживет. Если вы не хотите их выпотрашивать, распикировать, если просто присыпите, тут уже вы будете как воля Божья. Какие-то выживут, какие-то не выживут. Конечно, половину посевов она не сохранится, потому что там, скорее всего, скрытые уже есть заболевания на некоторых ножках. Так, вот это еще способ. И один способ, вот нам здесь подсказала Елена Зайцева в ответ на этот вот вопрос, она написала, что она делает обрезку. То есть, вот эти растения, у которых черные ножки, они сами верх-то здоровый, она просто их обстригает в букетик, ставит в воду и производит укоренение. Потому что мы знаем, что у томата это такое удивительное растение, у него способность образовывать корни на всех частях своего вот этого организма, тела, как его назвать, не знаю. Вы можете посадить в воду пасынок, он появятся корни. Можете сломать, обломить стволик, поставить в воду, тоже обрастут корни. И вот она написала, что она его как букетик вот так их все состригает, ставит. И они очень быстро образуют другие корни. И даже когда она их садит, высаживает вместе с другими, отставания никакого не видно. Так что все-таки какие-то способы, вот как уберечь эту рассаду, есть. Я вот вам говорила, что возможно пикировка скорейшая. Возможно вот это обрезание, вот такое вот радикальная такая мера, которую, может быть, некоторые не смогут, ну как, рука не поднимается их обрезать. Но после обрезки, оказывается, тоже томаты выживают, и рассада дальше, она укоренится, и снова будет у вас расти. А эти корни, конечно, выбросите. Но, естественно, этот грунт подлежит обязательно дезинфекции после этого. Я вот хочу сказать про то, некоторые пишут, что по несколько лет не могут вырастить рассаду. Сходит, погибает, сходит, погибает. Чаще всего это, конечно, черная ножка, потому что она из года в год может сохраняться. Но тут я могу посоветовать вот такую не очень распространенную меру, которую некоторые осуждают, это вот пропаривание грунта в духовке. Говорят, что при пропаривании там убивается все живое и мертвое, что грунт становится стерильный. Но некоторым людям, которые по несколько лет мучаются, не могут никак вырастить рассаду, потому что вот эти вот именно грибные заболевания портят им жизнь. Возможно, этот метод, такой радикальный, такой крайний, да, и не очень распространенный, он им поможет. Потому что земля, грунт становится стерильная. И хотя бы первый месяц, вот когда вы посеете до пикировки, когда растения вот слабенькие, нежненькие, хотя бы в этот период на них ничего не будет нападать, вот эта патогенная микрофлора. А потом, когда вы распикируете, там уже они будут сильнее, там уже они менее восприимчивые, и можно потом просто высадить свежий грунт, который вы не протравливали. А вот для первого посева многие так делают. Многие не могут вырастить петунию. Также вот пропаривают грунт для посева петунии. Для земли это, конечно, не очень полезно. И там мало чего остается. Вот говорят, что никаких живых организмов не остается. Но для посева, вот для первого, когда они совсем маленькие, это все равно приемлемо. И многие так делают. Кто-то делает на водяной бане, кто-то в микроволновке, кто-то в духовке. Я знаю много людей, которые делают вот такое протравливание, ну не протравливание, тут даже не подходит это слово, обеззараживание грунта, вот прям такое жесткое обеззараживание, когда убивают все и живое, и мертвое. Но потом можете полить фитоспорином, заселить, когда уже растения будут покрепче. Но вот все на вопрос Оли я ответила, как смогла. И скажу самое главное, конечно, тем, кто уже имеет больные растения с черной ножкой. Мои слова сейчас как мертвому припарка, но повторю еще раз. Самое главное – это профилактика, потому что легче предотвратить черную ножку, чем потом от нее избавляться. Вылечиться очень сложно от нее. И вот как я уже повторила, если там уже есть вот эта перемычка, то ничего уже не сделаешь. Сообщение между корневой системой и верхушкой прекращается, оно просто заваливается, погибает. Единственное, вот или обрезать, или выбрасывать. Запомните, качественный грунт, качественные семена – это залог успеха. Если вот на раннем этапе, еще на подготовке, когда я долго-долго сильно рассказывала, на подготовке грунта лучше всего готовить свой, где ни разу ничего не выращивалось. И если на этом этапе мы уделим такое внимание, повышенное всему этому, тогда потом нам не придется бороться с черной ножкой. Вот у меня сейчас даже для образца нет черной ножки, и уже много лет я ее не вижу. И это очень хорошо, конечно. Но, естественно, что
это только благодаря тому, что вот эти все профилактические меры. Все, до свидания. Вот это разговор на не очень приятную тему, тема черной ножки, и все равно можно все-таки с годами добиться, так же как фитофторы, так и черные ножки, надо избавляться от них. И бывает, что мы несколько лет имеем и рассаду, и все растения свободны от этих заболеваний. Неправда, что они неизбежны. Все, до свидания.